Привет, друзья! Посмотрите, как красиво расцвели лилии. Прям такие оранжевые, яркие-яркие. Красота невероятная. Вот здесь мы вчера все подровняли электрической косилкой с Сашей ветерочком после всех работ, хотя и сил не было. Зато посмотрите, какой стал красивый газончик. Уже что-то вырисовывается. Еще пару раз подправить, если, конечно, не пойдут дожди. И опять все дезрастет. А так здесь все стало красиво. Видите, какая красота получилась. Небо и в тучах, и не в тучах. Как солнце выглядит жарко. Очень солнце греет. Как солнце спрячется, даже прохладно, я бы сказала. Прохладненький ветерочек. Ну что, посмотрим, что у нас там делается в теплице. Вчера мы уже скушали один огурчик. С Сашей добавили в салатик. Запах был на всю кухню. Теплица, жаришка. Жаришка. Вот тут огурец, который посажен первым. Сейчас я вам покажу. Ой, такое чувство, посмотрите. Помидорки уже скоро начнут зреть. Видите? Такие красивенькие. Так, сейчас я вам покажу. Покажу этот красавец огурчик. Вот видите, вчера один вот тут сорвали, и вот второй. Вон какой большой сорвен. Не надо растить его до бомбических размеров. Пускай этим будут силы, а то они, видите, он закручивается, бедненький. И все, сегодня сорвем и тоже скушаем. Вкуснючий огурчик. Посмотрите, перчики. Как хорошо себя чувствуют. Так что высаживать перчики с перчиками — это не страшно. Видите, какие красавчики подрастают. Ой, жарко здесь, очень жарко. Так что быстренько-быстренько выхожу. А вот здесь опять, откуда ни возьмись, и клубничка. Ой, и клубничка. Вон какая красоточка. Хорошо зреет, вкуснючая. Вот, смотрите, наконец-то начала на грядке вылезать картошечка. Хотя тут и приманка возле каждого куста разложила, все равно вон, смотрите, дырки какие. Такие дырки от медведки. Получается, она тут под каждый куст прямо забирается. Будем надеяться, что она приманку съела, а не картошку. Если завтра не будет дождя, значит, срочно займусь прорыванием морковки. Видите? И полоть надо, и сразу прорывать. Между рядью я прополола, а это такая морудная работа. Двумя пальчиками надо аккуратненько, осторожненько, чтобы лишнего не вырвать. Вот такую работу не люблю, морудную. Но придется делать. Никто за меня не сделает. Посмотрите, бобов было 5 семечек. Зашло 3. Одну уже съела медведка. Осталось только 2. Вот уже надо и здесь полоть бархатцы. Видите? Позарастали. И кабачки рассаживать. Короче, дел не в проворот. Посмотрите, амарант надо срочно рассадить. Видите, какой хорошенький уже. Просто красавчик. Ой, друзья, мы это сделали. Посмотрите, выкосили весь свой газон. Как я говорю, дедовой косилкой, а потом еще поправили электрической и механической, где какой получалось. Посмотрите, какая получилась красота. Мне осталось только вдоль бордюров завтра поправить триммером. Саша уже уехал. Короче, посмотрите, как получилось здорово. Ой, вот такой газон я обожаю. Вот такой газон я просто обожаю. И за забором там немножко Саша скосил, чтобы было удобно ходить везде между грядочками. Завтра мне полоть становиться все подряд. Морковку, свеклу. Ту грядку уже завтра можно засаживать чем-то, чем я там планировала. Потом все увидите сами. Эту грядку еще буду засыпать, наверное. Уже Саше не было сил мне больше помочь. Надо было уезжать домой завтра на работу. Так что придется самой тут долбаться. Ну ничего, буду долбаться. Саша говорит, по одной ячейке в день за неделю закончишь. Я говорю, о, не, я так не люблю растягивать надолго.
быстрее сделать. Вот так, друзья. Жара целый день была, сгорели, загорели, погорели. Короче, зато сейчас сяду на качели и покажу вам, какой красивый вид. Ой, а надо вынести свою фею, фонарик красивый. Посмотрите, какое небо чудесное, расчудесное. Какое облако красивое. Просто обалдеть. Просто чудо. Смотрите, какая красота везде. Сейчас пойду поливать. Потому что на дождь надежды нет никакой. Вчера немножко поливала, сейчас пойду сегодня. Потому что дождь все как-то отменяется, отменяется. Завтра будет дождь, завтра, завтра, завтра. И никак дождя и нету. А дождик уже нужен. Хотя бы вот там, где у меня сухие места. Ну, хотя уже и везде. Но не так, чтобы затопило. А такой хороший дождик, чтобы прошел. И чтобы стало тепло, припарочка. Вот это было бы классно. Вот такие, друзья, дела. Все. На сегодня все. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!